На парад на Красной площади отправился единственный проживающий в Самарской области герой Советского Союза. Владимир Иванович Чудайкин в этом году представляет регион на праздновании Дня Победы в Москве. Участник Великой Отечественной войны, танкист. 70 лет назад его танк первым прорвался в Берлин. При героическом штурме Рейхстага Чудайкин был ранен, а за свою отвагу получил звезду героя. Радостно, что мне представляется такая возможность поехать в столицу и встретиться с боевыми товарищами, которые вместе дошли до Берлина. К сожалению, конечно, в этот же день мы восстанавливаем памяти тех товарищей, которые не дошли до Дня Великой Победы. Как признается сам герой, в параде 1945 года ему не довелось участвовать из-за невысокого роста. Однако он и ранее неоднократно бывал на торжественных празднованиях Дня Победы в столице.